Сотрудники госавтоинспекции остановили для проверки документов автомашину Toyota Mark II под управлением 35-летнего жителя Дальнереченского городского округа Приморского края. У водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался. Документов на право управления транспортным средством у него не было. Водитель вел себя агрессивно, пытался скрыться с места происшествия и спровоцировать драку. 30-летний пассажир иномарки напал на сотрудника госавтоинспекции. В соответствии с федеральным законом о полиции, в отношении правонарушителей применили физическую силу и спецсредства, наручники. Водителя привлекли к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Следственным комитетом в отношении пассажира транспортного средства возбуждены уголовные дела о применении насилия и оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.